Ну, сфоткали. Все, итак, я включился. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Я из города Дзержинска, Нижегородской губернии. Ага. Вы только что приехали, да? Приехал, да, сюда. Нам поддержать северян. Пополнение, да, с Нижнего Новгорода. Они нас поддержали в 17-м году. Экипаж Карбаса Вашка. Привет северянам из Койды. И низкий поклон за гостеприимство. Вам спасибо, что приехали. Спасибо вам, что вы к нам все-таки добрались. Угу. Давайте. С Нижнего Новгорода Наталья приезжала. И привезли нам баннер. Так, сейчас, где у нас вверх? Подержи. Посмотрим. А вот есть, наверное, вверх, вот у тебя. Так, сейчас мы видим. Нет. А, вот он. Вот он. Ну-ка, так, давай. Значит, это только часть. Наши отцы и деды защитили родину от врагов. Продолжаем их дело? Продолжим их дело. Продолжим. И мы сюда прикрепим бессмертный полк. У меня даже мурашки по коже. Да. Вот. Я отца привез. У меня дед есть. Вот. Вот, пока как соберете, так и это. Идея у меня с баннером. Точно. А куда мы этот баннер повесим? Вдоль железки. Чтобы люди вдоль видели. Вдоль железки? Да. Они чопики хулиганят, и они порвут. Что, у них поднимется? Ну, они кидают камушками там. Они, вот. У них бессмертный полк поднимется? Поднимется у них. Они тогда у нас... Вот ну, там смотрите, есть это у меня была мысль, вам виднее. Я бы, конечно, бы это повесили бы. Мы подумаем, все равно над вашим предложением. Но они такие... Просто надо сделать так, чтобы они потом не оскорбили это все. Да. У нас висел, да, с георгиевской ленточкой. А вы знаете, вот даже банк, если они это сделают... Так же говорили. Надо будет... Это дело, вот их заявление. Гадство, их гадство зафиксировать, заявление, и на всю страну, вот как всеми сетями, всеми распространить, вот это будет. Вы понимаете, у нас, говорю, висел баннер, помнишь, Женя, там, угу, в Коле, где вагончик раньше? Да-да-да. Ведь они... Там с георгиевской лентой висел, да? С георгиевской лентой привезли тоже баннер. Угу. Игорь привозил. И они осквернили. Я считаю, это осквернили. Да. Мы это уберем сейчас. Нет, это понятно. Гвардии младший лейтенант Разуваев Владимир Дмитриевич. Командир стрелкового взвода, Восточная Горь. Это кто он вам? Отец. Отец. А где он? В середине? В середине. Ну, офицер тут один. Угу. Спасибо, что вы с нами. Мы сейчас это уберем. И сделаем. Там еще что-то интересное говорите, да? Это мы там попозже. Еще попозже. У нас сегодня год, как у меня крест. Это интересно будет к столу. К столу? Да. Хорошо, это все. Можно и вечером открыть. Смотрите. Да, да, все. Погнали. Алкоголя нет, сразу говорю. А у нас другой закон. А я знаю, нет, что будет. Если что, вечером будет праздник. Ага. А мухоморов нет? Мухоморы тоже в лесу есть. Но мы не будем дурить с мухоморов. Да я сюда. Все, мы погнали. Так, зажигалка у меня есть. Там свечек так много? Да, свечек много там. Ой, хоть рядышком с Аней попиариться. Хайпануть. Всем привет! Мы выдвигаемся... Антон, мы выдвигаемся на крест. Сегодня год как поставили ребята крест. Надо поставить свечки. Друзья, помолиться. Идем... Да-да-да. Идем в лес на поклонный крест. Сегодня годовщина. Да. Как урдомчане в том году поставили этот крест, подрузили. Сегодня ровно год. Так что идем. Маленькой уже делегацией. Уже год. Да. Когда год кресту только. Да. А началось все еще заранее, до креста. Тут дядя Коля домик делает. Теплый. Николай, мы пошли к кресту. На столе. Влад. Антон. Молодец! У Вани! У Вани, Коль! У Коля, у Вани раз! Что, какие у нас планы, Ань? Так, на сегодняшний день
вечер. Вот сходим к кресту. Потом обедаем. Потом по очереди. Нас немножко. Сегодня немножко. Угу. 9 человек. Но мы же сильные. Мы выдержим, конечно. И дождемся ребят, которые приедут. Угу. А к нам приедут, я знаю. И мы, вот даже нас будет 6 человек, но настоящие. Угу. Мы не уйдем. Мы будем тут находиться. Люди проснутся попозже. Угу. Они все равно, если кто не встал, то встанет. Они поймут. Угу. Так что, ребята, подтягивайтесь. Да. Подтягивайтесь, не спать. Вон, люди издалека едут. Да-да. У нас сколько сегодня? У нас Ставрополь тут, да? Да, о, хотел сказать. Краснодар, Нижний Новгород, Вельск, Архангельск, так, Чебоксары. Вот представляете? И плюс урдома приезжает каждый вечер. Урдомчане вообще молодцы. Все. Урдома – это сила. Да. И сегодня они опять приедут. Угу. И я знаю, что мы победим. А вот они поедут домой. Ладно, идем потихонечку. Да, тут очень грязно, аккуратно, Женя. Надо Жене той сказать. Женя, очень скользко тут. Забор имени Древарха. Древарх, тебе привет. Древарх, привет. Как ты там? Пиши, звони. Да. Как у тебя дела? Девочки переселились в соседнюю палатку ко мне. Да, там тепло сегодня. Да, было. Там вообще жарище. Ага. Я ночью подкладывала, так они выходили потихоньку. Эвакуировались. Да. Мне было скучно одной. Ну, не одной, а с Дэном. Угу. Не знаю, ребята, руки мерзнут, надо камеру убирать. Кстати, я забыл вчера. Сейчас телефончик спрячу. Ох, падает телефончик-то у меня из кармана. Карманы все дырявые. Ага. Хотел вчера передать привет, но уже темно стало. Марат, Ислам Галиев, привет тебе. Из Верхней Пышмы, это Свердловская область, рядом с Екатеринбургом. Да? Просил передать привет из ШИИСа. Так что, Марат, тебе привет, привет из ШИИСа. Марат, привет. Там твой подарочек, я чуть попозже Ане передам. У меня на костре он лежит, в рюкзаке. Потом схожу на костер, принесу и передам. Так у что... нас одни подарки сегодня. Да, прям да, такой да. Хороший день. Так что у нас все хорошо, движения идут, посты действуют. Мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Только немного, некоторые заболевают. Серьезно. Да. А погода такая, погода холодная, да. Сырая. Вон сырость на улице, вот, ноги вечно, да, сырые. Все от этого. И ветер сильный. Ветер вообще до костей пробирает. Вот мы в бане. У меня горло болит. Ну, у нас есть мед, у нас есть малина, у нас есть чай из Крыма. Да. Всем местный... привет, кто помогает. Местный чай. Всем есть. Большое спасибо и низкий поклон. Да, спасибо, ребята. Огромное спасибо, что приезжаете. Что вы нас поддерживаете и что вы далеко, но вы с нами. Угу. Так, два ребят проверим. Вместе считали, все это дело. Трубку. Забудь о злобе. Всяк входящий. Мы забыли о злобе, никого нет. Пост стоит сам по себе. Натоплено тут. Но зато музыка, жара. Ага. Если хочешь потрудиться, встань, пойди, не поленись. Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Наверное, он трудится. Это я даже знаю, кто написал. Вот он, я же говорю, трудится, он не может. Да не снимай, говорит, он стеснительный у нас очень. Да не люблю. Да ладно, Андрей. Как каждый приходит и снимает. Тебя? Ой-ой-ой, ворчание то сразу. Давай уже. Андрей. Злюка, злюка. Ты не выспался, что ли? Переспал. Переспал? Так, ладно. Не, да переспал. Мы дальше пошли. Да? Да. Не, хотите, посмотрите. У тебя жарко там, да? Нет, я не топил, надо. Пока топить. Нет, пока не надо. Потому что сейчас еще на посты ходят люди. Здравствуй, нету, да, пока это самое. Пучка хотя бы предупредит, я и сделаю. Конечно, я кого-нибудь зашлю, ладно? Да, мы дальше пошли. Хорошо.
Все, ребята, идем дальше, в сторону поклонного креста. Ой, вернее, не в сторону поклонного, а к поклонному кресту. Так что придем, все покажем. Дорожка сейчас будет длинная, скользкая. Пока выключись, ненадолочка. А ты показывал мост здесь? Мосты показывал, только я название не знаю. А вот название я не знаю. Сейчас тогда покажем еще раз правильное название, скажем. Пока у нас название одного моста. Ага, это самый мы длинный, который. Да, мы же ждем свадьбу. Я же говорила уже об этом. Давно будет у нас свадьба шестнутая. Ага. Первоначально, я всем говорю, давайте, ребята, объединяться, размножаться и дружно жить. Без войны. Первоначально свадьба начинается с костра, да. Выкуп невесты. Потом в Ленинграде гуляем, танцуем, пьем мох, кушаем много мяса. После этого идем в баню. Ну, не все, конечно, жених с невестой. После бани. Видишь, у нас так и дорога-то. Угу. Туда и идет. Ко кресту. После бани идем через мост любви. Проходим мост любви до крепости. На крепости будет домик, брачная ночь. После этого... Медовый месяц? Есть, нет, у нас солнце. Солнце есть, капище? Ага. После, на, поэтому солнце проходит молодожены. Ну, и... Все, окей. И появляются после 9 месяцев детки. И у нас нормальное, здоровое общество. Здоровая шиитская семья. Да. Маленький коммунарчик. Да. О, кстати, я забыл. Да. Я же давно хотел спросить. Блин, ребята, у нас ведь тут сейчас коммуна. Я ведь не был в этот промежуток. Я уехал, когда еще не было. А приехал, когда она уже есть. Аня, расскажи про коммуну поподробнее. Что она означает? Зачем она нужна? Ну, давай мы будем... Я никогда не говорил, потому что я не знаю подробностей. Так как у нас уже коммуна, правильно? Ага. Была до того, до этого названия. Мы все самостоятельные люди, приезжающие сюда. Кто бы ни приезжал, они уже входят в состав этой коммуны. Ага. Она уже была коммуна, правильно? Просто не было названия. Ага. А сейчас мы кушаем вместе, мы спим все. Ага. В палатках вместе. Мы живем вместе. Ага. Но это же общество, это коллектив. Ага. Вот тебе, пожалуйста, и коммуна. Ага. Мы живем, ну, народовластие, можно сказать, у нас. Ага. Мы одно целое. Вот тебе и коммуна. А вот от названия вот какая-то суть поменялась вообще? Коммуна ШИС. А, коммуна ШИС. Коммуна ШИС, нам на ШИС. Да-да-да. Вот. Так что, ребята, мы теперь коммунары. Да, мы коммунары. И это круто. Это... Мы друг за друга. Да-да. Не каждый за себя. Каждый за себя на той земле, правильно? Да-да-да. Они живут объединенно. Они живут сами только для себя. А тут у нас объединение. Я же говорю, объясняю. У нас Камчатки, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Питер, Москва, Барнаул, Вологда, Архангельск, Северодвинск, Коми, оно большое Коми, правильно? Угу. Вот, Мурманск, я еще не все города перечислила, это же круто, это объединение, вот да. Тебе коммуна. Да-да. И кому наш из. Вот и пожалуйста, мы всех ждем. Города, присоединяйтесь, объединяемся, и будет все круто и здорово. Все мы просто правильно. Будем жить, а не существовать. Правильно? Правильно, правильно. Правильно. И какие бы там ни приходили, мы не должны допустить, чтобы дети наши страдали. А я считаю, если тут будет полигон, дети наши страдать будут. И мы страдать, потому что дети наши страдают. Да-да-да. Вот. Мы должны все поменять, короче. Потому что просто отсидевшись на диванах... Не поменяешь ничего. Допустите ситуацию, что потом детям расхлебывать придется ваши проблемы. Да. То, что вы сейчас допустили. Да. Так что хватит с диванов, поднимайте свои пятые точки. Да. И делайте что-нибудь, хотя бы на бессрочках в городах что-то делайте. Да. Хотя бы на бессрочку один раз придите. Да.
и скажите, да, я с вами. А мы знаем, что многие с нами. И что бы там чопики эти не говорили, что у нас покупают, нам оплачивают. Почему эти чопики не переходят? Я очень много в последнее время с ними общаюсь. Почему эти чопики не переходят тогда к нам? Если им оплачивают 3000, 4000, так пускай, раз они говорят, мне оплачивают 5600, так приходи. Тебе оплатят 5600, чего боимся? Это глупость, глупость, да, полнейшая. На камеру-то все будем работать. Да. Невозможно пройти, говорю, по территории, около станции, стоит и в лицо тычет этим видеорегистратором. До смешного. Я ему просто говорю, ты боишься, что ли? Так я женщина, не надо бояться. Угу. Мы все миролюбивые. Мы просто тут живем. Угу. Это наше поселение. Угу. Мы обустраиваемся. И мы будем тут жить. За правду, пока не победим. А потом видно будет, что как и почему. Да, да. А вышестоящие боятся народ. И правильно делают. Угу. Ладно, ребята, идем. Почти уже пришли. Ну, сейчас подойдем, там тогда включусь. Ой, а мостик любви-то мы тот прошли, да? Ой, блин, давай потом скажем вот с шуму. Да. Видишь, заговорил меня. Да. Я так и понял, что тот, наверное, и был мостик. Первый, самый большой. Самый первый большой, да. Я туда сердце еще принесу. Ага. Повесим сердце. Сердце там ведь в лагере лежит, да? Нет, другое большое. Ага. Не надо его покрасить. Это не то, которое с Шиесом? Я люблю Шиес, оно вот такое. Да, большое сердце. Да. Это оно есть, да? Да. Ага. Что, поворачиваем? Что-то веточки появляются. Это ребята вложили веточки, чтобы это... Видишь? Начинай. Тут же нет болота. Нету болота здесь. Совсем. Нету. Воды по самую шею, болота нету. Венечко поворачиваем на крест. Вот такая тропинка к кресту. Летом ходили, помните, тут? Ой, весной, летом. Все видно было. А сейчас крапивой, иван-чаем все зарощено. Один раз получилось, эти чопики, 6 человек, прибежали туда на крепость. Они периодически туда каждый день ходят, полтретьего дня. Вот, пришли. Ну, они провоцируют активистов, короче. Uh-huh. И ходят толпой. Uh-huh. Такие все мощненькие, как будто бы отожравшиеся. Uh-huh. Вот, что им делать? Надо разминаться, а они решили сюда в лес сходить. А боятся по одному-то ходить. Uh-huh. Идут толпой. Uh-huh. Ну, и мы пошли. А обратно возвращаться, ну, я решила поправить там мостик, да? Мостик поправила, а они-то ждут, им надо по мостику идти. Ага. Они не привыкли по болоту ходить-то. Ага. Хотя тоже говорят, что тут болота нет. Ага. Я встала около мостика и поправляют этот мостик. Я. Ага. А он стоит, ну, начал на меня. Отойди. Я говорю, не отойду. Почему? Есть дороги, вы зачем сюда ходили? Вперед идите. Ага. Идите вон, погуляйте. Тут. Проходите. Есть другие тропинки, правильно? Да. Зачем ходить в лес, где находится палатка, люди сидят в балаклавах, в черной одежде, бродить по лесу и пугать наших людей, правильно? Угу. Идите, так они бедные замучились ходить вот по этому болоту, посмотри, угу. Тут же непролазно, пошли, нечего да. По тропинкам ходить, где мы ходим, вот и им надо там быть. Мостики не делали тропинки, они не облагораживали, да. Не выкашивали, а пользуются мостиками. Они ладно пользуются, они ходят и просто пугают наших людей, угу. Которые новенькие приезжают. Конечно, приходят какие-то толстожопики в балаклавах, в черной одежде и начинают тебя фиксировать, снимать на видеорегистратор. Конечно, некоторые реагируют неправильно, что происходит. Почему они это делают и почему в лесу я не могу находиться? Если приехали бабло зарабатывать, охранять технику, так и сиди за забором, охраняй технику. А шариться тут в балаклавах, в своих служебных обязанностях, они нехрен. Они конкретно провоцируют. Вот да. Вчера тоже мы сидели на щебне, дежурили. У нас высокий есть мужчина, да, это, ну, около 1.90 м, наверное, точно, Игорь. Он идет менять нас с Дэном. Угу.
А этот малыш толстожопенький в черном одеянии, в балаклаве, прям прыгнул, понимаешь, в лицо. Нифига. Этим видеорегистратором. Ты что делаешь-то? Ну вот он нарывается, другой бы, конечно, может, оттолкнул бы его или что. И вот тебе, пожалуйста, факт, что он кидается, как будто бы активист кидается на этого чопика. Хорошо, Игорь такой спокойный, он отошел и пошел дальше. Если вы приехали работать, вы уже продали себя, свою душу, да? Так вы спокойно-то работаете. Жизнь одна. Да, все верно. Все, уже почти подошли. Все, уже подошли, Даша. О, это еще что-то беленькое там построено. Ты представляешь, он тяжеленный же крест. Да. А вот замчане его просто на руках несли сюда. Да, да, да. И это было круто. Они вообще молодцы. Мадмас. Мадмас тоже. Низкий поклон Мадмасу, правильно? Правильно. Мадмас, Урдема. А, вообще просто. Молодцы ребята. Люди. А я этого не видел, этого навеса. Это же мы сделали. Они чопики ходили тут постоянно. Ходят, я не знаю, почему они тут ходили. Мы поставили тоже пост. Угу. Не видел навеса этого? Не видел, я еще не ходил сюда, да, давно уже не был. Чтобы отгонять крест. Вкусно святое, это думаю, да? Угу. И силу старухи поднимут, а у них нет ничего святого. Вот, это могут уединиться. Угу. Видишь, тут тоже Красноборск, Вычегодский, Архангельск, угу. Северодвинск, Кулой. О, да, Кулой еще был тоже, да, тут. Да, да, да. Деревня Мелединская, видишь? Угу. Велесского района. Угу. Ну, это Кулой, да. Рядом с Сельского, да, да, как раз. Марина Дзюба, можно я прочитаю? Да. Не зарастет народная тропа на Шиесе. К поклонному кресту с душою православной люди тянутся сюда. И я к нему иду. 13.08.2019 Марина Дзюба написала. Угу. Она как не приезжает, она первоначально идет ко кресту. Угу. Вот, да. Солом была. Ой, чуть не упал что-то. Видишь? Ага. Котлас, Вычегодский. Ну, это еще не все, это вот просто тут отдыхали, сидели. Ну, кто сюда приходил, да. Да. Да, ребята, молодцы, молодцы, что приезжаете. Не, люди встали, люди поднимаются и приезжают все к нам. Угу. И это дорогого стоит. Нет, горе. Вот. В районе Туринца. Отдохните. Мы сейчас свечечку зажгем. Угу. Итак, ребята, сегодня год, как урдомчане принесли, установили этот крест. Поклонный. Обозначили святое место, что здесь раньше был поселок Шиес. Вот это тот самый крест. Сейчас Аня свечечку зажгет, установит. Тут камни приносят люди. Сегодня вот принесли. Опять же, девчонки ходили. В Сочи привозили. А, клеточки-то тут нету, да? Нет. Погода хорошая сегодня. Угу. Главное, что дождя нету. Ветер стих, дождя нет. Штиль. Тут тоже свечечки лежат, да? Везде, а тут много же. Марина вот эти привозила. Угу. А, так ставить-то сюда, с краешку? Ну, я поставлю сюда. Туда никак. Угу. Через дом.
А, о, как хитро. Приклеилась, да? Ой-ой-ой, что-то там погасло. Ветерок. Угу. Там, видишь, наверное, на землю лучше поставить, чтобы на земле не дует. Постоит. Не знаю, как в этих случаях еще говорят, не говорят. Или так просто подумать. Подумай, если не знаешь, что сказать. Ладно, ребята, постоим, подумаем. Попросим. Да. И скажем спасибо, что мы еще тут, мы стоим и мы выдерживаем. Видишь, даже свеча говорит, да. Ладно, чуть попозже включимся. Преданной любви, такую я.
Да, да. Ага, понятно. Вот, ребят, вот здесь остолбим. Я не знаю, где вы решаете. Ну вот сами выбирайте. Сами здесь. Вот здесь высокое место. Место выше. Там где белка. Вот в этом месте. Ну вот да, вот в этом месте. Да. Ну вот это вот поправили. Сейчас копа заставит. Давай. Это мы уже пришли, да, нет? Вот это вот сделка. Получается, московский, да. Вот видите, перекрёсток ворот её. Вот видите, можно, как вот они идут, и вот прямо здесь поставить можно. А там не тихо, здесь... Ну, на полметра выше. Нет, здесь выше. Вот здесь самое высокое место. Да, да, если на восток, вот, да. Значит, ну, туда будет ребром смотреть. Ну, восток там. Потому что там север. Вот там смотри, восток, туда север. Уходит северная железная дорога. Да. Правильно, восток туда. Вот смотри, лист показывает, электронный компас. Вот там восток. Вот там, там север. Подожди. Вот там восток. Вот восток, там запад. Вот восток. Все правильно, да? Вот да. Восток. Вот туда восток. Запад он будет стоять. Хорошо, что у нас много. Я да. Говорю, как он может быть восток сам? Там запад. Север, юг, запад, восток. Олег, да, да, вот так, Олег, вот так идет северная железная дорога. Ну, вот так. Ну это там она север. Идет. А вот там, там север. Там север. Вот север, да. Юг, запад, восток. Да. Туда да. Смотреть вот восток. Северная дорога идет на... Северо-восток или почти ну на вот восток. Ну вот я и говорю, она северо-восток идет. Она вот так вот примерно вот будет там есть. Вот там запад. Ну запад. Она на восток поставит. Это уже не знаю как. Надо на восток. То есть он будет стоять вот так вот. А, камешки все-таки накидываем, камешки там без ручья. А? Что? А зачем? Так вот просто. А? Будет. А как тут? А как столб не тащит? Оградку не будешь капать? Будешь ставить и все? Я родилась на этой земле. Действительно, здесь наши корни. Когда-то, в 30-х годах, отец с Поволжья приехал сюда и навсегда полюбил эти северные края. Здесь родилось нас 5 детей. Отец не был верующим человеком. Но, умирая, он попросил принести ему икону. И самый младший из нас, брат Валера, поднес ему эту икону. Папа дотронулся до нее. И теперь... ценнее, чем ее, для меня нет на всем белом свете. Я не хочу, чтобы нашу землю оскверняли. Я хочу, чтобы здесь продолжалась жизнь, чтобы здесь жили наши дети, чтобы здесь продолжали жить наши внуки. Мы за чистоту, за красоту своей малой родины. На Россию весь мир променяю скорей. Я люблю эту землю отчаянно. Только радости здесь часто меньше скорбей. В чем же ты согрешила нечаянно? Все.
Где-то, наверное, здесь прикладывал. Ну, вот что-то вроде помягче. Все ломики. Но самое странное, там кусок труб пожарный, потом пожарный на металлолом, потому что не утащил. Вот далеко тащили сюда. Нет, это глина вот эта такая? Нет, щепки, щепки. Надо кого-то из мальчишек попросить, вот нам надо повесить на дерево, кто сможет. Золото свой крест и одевают из парчи одежды. Другие же дают тепло и свет и нищенствуют в кротости надежды. Ты на земле толпою был гоним, и все твои Добрый день. Добрый день. Это вы для чего сэкономили? Здравствуйте. Здравствуйте. У вас вопросы к нам какие-то, нет? Вам лично нет. По кому секретно? Ну, вот зададим. Ну, подождите, закончите. Да. Вы в реке Сихи присутствовали? Ну, это же наши Смоленского района. Знаем, мы уже встречались с ним. На постановке, на устно. Это где? Здравствуйте. Что, какие-то вопросы? Здравствуйте. Ну, мы зададим у вас, Сергей Иванович, мы с вами встречались, знакомы. Мы зададим, вы заканчиваете мероприятие. Я так думаю, инициатор. Смотрите, как? Чего тут страшно? На дорогу!
Немного сюда бы надо. Красивый очень. Света! А в розуме, да, пошли им счастье, отошли их на земли дальние, далекие, теплые, северные. До полного ряда. Что, ставим ограду? Давай. Давайте сфотографируемся все вместе, пока без ограды. Но мы БКП сделаем. А, ну, хорошо, хорошо. Да. А тут наружнее не будем пока называть. Лёва. Инструмент. Люди жили хорошие, такие да, добротные, старые. Но они настоящие. Они сразу, ты не второй. Нет, ты не носи, потом добавь. По одному на каждом. А вот это. Ой, как. Давай, идет кирпич, забрал. Вылезай. Вылезай. Вылезай, пока подняли, а то обратно отпустят. Царю небесный, утешителю души истинной, ижды везде сыся исполняй, сокровища благих, и жизни подателю, приди вселисерны, и очистины от всяких скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши.
Святый, посети цели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небеси, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Веруй во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, свет от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечися, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенного, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славы судить и живым, и мертвым, его же царствие не будет конца. И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголошего пророки, во единую святую соборную апостольскую Церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Спаси и сохрани крест эту землю! Спаси и сохрани нашу землю! Солнышко выглядывает, да? О-о-о! Благодать небесная! Подсказки, знаки. Солнце! Хорошо! Давайте пойдем, свечи тут поставим. Марин! А? Ну, давайте! Давайте! Свечи поднимаем, да. Надо туда, чтобы... Может, Марина, да, а может опять из кирпичка что-нибудь здесь соорудить? Да, это надо это делать. Да, там рядом этот самый. Это, наверное, да, мое. Да, термос. Это я ее на обед. Нормально все. Если дорога, растет и ванчай. А если дом, значит... Электричество проводи, я возьму. Направо и дело. Вот тут, а четвертый... Ну, кто-то право взял, один кто-то пошел. Лопату взяли. Олег взял. Одну взял. Мы сегодня на этом месте установили поклонный крест в честь о тех людях, которые здесь жили, которые трудились, которые строили железную дорогу, заготавливали лес, и мы очень рады, что все сюда пришли, что собрались те, кому это стало неравнодушно, и те, кто душой переживает за ШИЭС. Он был простым бедняком, сын простых бедных родителей. Босс и нищ. И за веру, и за правду. Он пошел на Голгофу.
и был растерзан на кресте в своем венце. Поэтому мы здесь принесли этот крест, чтобы показать всем, что это наш крест, это наша земля, за которую мы будем стоять и которую мы никому не отдадим. То, что нам доверено Господом Богом, значит, мы это будем охранять. И установление нашего креста произошло самое знаменательное, можно сказать, событие. 27 сентября был праздник воздвижения креста, а 14 октября будет праздник Покрова Богородицы. Так что нам и сама Матушка Богородица благословит на восстановление этого креста. И мы делаем все правильно. Кто бы как ни говорил, кто бы какие нам препятствия не ставил на пути, но мы будем идти до конца. И мы добьемся своего.